Как справиться с неуверенностью? Ну уж, дело вот в чем. Надо бы узнать, о какой неуверенности идет речь. Вот в чем дело-то. Это понятие достаточно очень широкое. О какой неуверенности? Одно дело, кто-то на ринг выходит неуверенный, да, другое дело, неуверенный выходит выступать, какой-нибудь артист, третье – с речью там. Да, ведь вы знаете, что такое, о какой неуверенности идет речь? Вообще, вот такого рода вопросы, они нехороши тем, что тут нет никакой конкретности. Называется общее понятие, за которым может стоять Бог знает что. И вот попробуйте тогда. Но, в общем-то, я скажу, если когда просто человек говорит, ну просто вообще не уверен во всем, в обществе, там, в поведении, в общении с людьми, вот так, в общем-то, когда касается именно этой стороны душевной жизни, можно сказать так, что, как правило, причины, надо же искать причину, как правило, все-таки основной причиной, о которой, может быть, даже человек и не думает, может, не сознает, но, в общем-то, является все-таки тщеславие. Вдруг я не так. Выходит петь, вдруг не так спою, вдруг не так выступлю, вдруг не так скажу. Понимаете, ну вдруг не так. Она появляется сразу неуверенность. А если бы не было бы этого вот чувства, ну что ж, ну не так, немножко похуже, ну и что из этого? Господи, потом, ну кто не ошибается? Если бы, правда же? Нет, я весь уже переживаю, а вдруг не так. Поэтому, вы знаете, тут надо бы человеку обратить внимание на эту сторону своей личности, на эту, как говорят, страсть. И, в общем-то, надо осознать, во-первых, это, замечать за собой, надо обязательно осознать и бороться, насколько можно. Ну, а затем неуверенность часто снимается ну, практикой жизни, я бы сказал. Ну, человек что-то не может, например, что-то никак у него не получается, надо чаще делать, и начинает получаться, приобретается и уверенность. Поэтому здесь, в данном случае, смотря о какой неуверенности идет речь, тогда уже можно и говорить более конкретно.